Присоединение территории левого берега реки Енисей, где проживали остяки, проходило мирным путем. Местный народ добровольно переходил под власть русского царя в надежде на защиту от враждебных и воинствующих соседей тунгусов. Тунгусы, обитающие на территории правобережья Енисея вплоть до Якутии и озера Байкал, считали остяцкие земли своей территорией. Не случайно остяки до прихода русских уже платили налог пушниной, так называемый сак тунгусам, и последние, конечно, не хотели терять зависимое население и территорию, богатую пушным зверем. Поэтому в начале 17 века началась русско-тунгусская война, продолжавшаяся около 30 лет. До 1618 года боевые действия велись с переменным успехом. Тунгусы препятствовали сбору исака с остяков, систематически угрожали нападением на русские остроги и нападали на остяцкое население, разоряя их стойбище. Русские, в свою очередь, организовывали ответные походы против тунгусов, не давая им закрепиться на левом берегу Енисея. Но только в 1618 году русские у построенного Маковского острожка нанесли поражение тунгусам и через полгода основали Енисейский острог. Таким образом, спорная земля остяков стала территорией русского государства. Дело в том, что местные народы не умели штурмовать остроги, особенно если их гарнизоны имели огненный бой, то есть огнестрельное оружие. Поэтому местное население теряло ту территорию, где русские строили свои остроги. После основания Енисейского острога военные действия перенеслись на земли тунгусов. С этого времени русские стремились заставить уже тунгусов платить исак и захватить их лучшие пушные угодья. Так началась борьба за Тунгусию, которая продолжалась целое десятилетие. Но как только она стала затихать, русские с постройкой Красноярского острога приступили к завоеванию юга, где столкнулись с грозным противником – киргизами. Киргизы – кочевой народ, проживавший на территории современного юга Красноярского края. В 1628 году, построив Красноярский острог, русские отрезали от киргизов издавна зависимые от них народности, обитавшие в районах современных Красноярска, Канска и Большой Мурты, которые прекратили платить киргизам исак и стали платить его русским. Так, в конце 20-х годов 17 века началась первая русско-киргизская война. Поэтому в связи с защитой русского земледельческого населения, а также охраной сухопутного и речного пути от Енисейска до Красноярского острога, между ними стали основываться острожки. Так был основан Казачинский острог в 1636 году. Острог близ Верхней Подгородной деревни был сооружен еще в 1634 году, когда ясачные аринцы и остяки донесли енисейскому воеводе племяннику о намерении киргизов подойти к Верхней Подгородной деревне. Вероятнее всего, были укреплены острогами Устунгусская деревня, появившаяся еще в 1634 году, и чуть позже основанная Маклаковская деревня. Так как начиная с 1636 года по 1640 год, киргизы трижды нападали на енисейские деревни, в том числе и на Маклакова. Поэтому мы допускаем возможность существования укрепления рядом с Маклаковской деревней уже в эти годы. Однако первоисточниковые упоминания об остроге близ Маклакова относятся только ко второй половине 1660-х годов, когда после измены Иреника началась Вторая русско-киргизская война. В то время властями были осуществлены серьезные фортификационные работы в Енисейском уезде. В Енисейске был сооружен новый большой острог. На дороге из Енисейска в Красноярск вдоль реки Кеми и реки Белой построены остроги в таких деревнях, как Большая Илань и Черкасская. На Белой речке построены Бельские и Троицкие остроги, на Кеми – Кемской. А на дороге от Енисейска в Красноярск вдоль Енисея укреплялись острожками и засеками такие деревни, как Верхняя Подгородная, Маклаковская, Рудюковская, Устунгусская и Казачий Луг. Так где же находился Маклаковский острог и где его искать?
Ответ дает Николай Мелевско-Спафарий, проходивший здесь в 1675 году в качестве царского посла в Китай. Вот что он пишет. «А выше той деревни, сверсту речка Рудиковка, на правой стороне острог, а тот острог поставлен от Киргиз, а против того острога деревня Рудиковка, от речки Рудиковка пол-две версты». На основе данного документа мы выделяем только одну примету – напротив деревни Рудиковка. Но фразу «напротив» не стоит понимать буквально. Это сегодня точность определяется до миллиметра. В то время «напротив» могло быть и то, что было на горизонте в стороне. Но если присмотреться к записям Спафария повнимательней, можно примету «напротив» определить и поточнее. А именно, объекты путешественник упоминает всегда в строгой последовательности своего движения. В нашем случае это устье речки Рудиковка, затем острог, а уже потом деревня Рудиковская. Следовательно, острог мог находиться только на отрезке от устья речки Рудиковка до деревни Рудиковка. Но для более точного определения острога необходимо найти местоположение деревни Рудиковка в 17 веке. Спафарий определяет местонахождение этой деревни в 2,5 верстах от устья речки Рудиковка. Описание водного пути Иркутск-Енисейск это же расстояние определяет в 1 версту, а описание зимнего пути Енисейск-Красноярск в 0,5 версты. В этом нет ничего необычного. Документы относятся к разным периодам. Естественно, деревня могла сместиться или разрастись. Нас интересует информация Спафария, ибо он упоминает о существовании острога, следовательно, с его отчета и начнем. Отчитав от устья Рудиковки определенное в источнике расстояние, на данном участке приступаем к археологической разведке. Однако, исследовав его, мы не нашли предметов жизнедеятельности людей. Поэтому, вероятнее всего, деревни на месте, где определил Спафарий, не было. Более того, место для поселения низкое, подходящее только для пашни. Следует отметить и отсутствие толстого слоя чернозема, который образовывался в местах, где располагались деревни, и большую удаленность от кладбища, а их ставили в непосредственной близости от деревни и старались не переносить. Следовательно, Спафарий просто ошибся в определении расстояния. Деревня Рудиковка всегда находилась там, где находится сейчас. А если быть точнее, в ее современной южной части. Это примерно в 1 версте от устья Рудиковки. Об этом свидетельствуют не только документальные источники, но и постоянные предметные находки местными жителями, а также присутствие толстого слоя чернозема и существование единственного пригорка в округе, причем расположенного непосредственно у реки Енисей. Ну и, конечно же, близость к кладбищам. Поэтому зону потенциального расположения острога определяем на данном прибрежном отрезке от центральной опоры радиального кабель-крана ЛДК-1 до Дома культуры ЛДК-1. С первого взгляда на местоположение острога нет даже намеков, поэтому начнем с традиционного мероприятия изучения рельефа. Береговая линия отрезка, где мог располагаться острог, является яровой частью поворота реки Енисей, на всем протяжении которого высокий обрывистый берег. Тем не менее, судя по современным данным, самый высокий участок изучаемого отрезка в районе центральной опоры радиального кабель-крана. То есть наблюдается медленное увеличение высоты над уровнем моря от места ДК-ЛДК-1 и гаражей до центральной опоры крана. Но судя по чертежам данной местности от 1963 года, вышеперечисленный отрезок был ровный. Получается, что сегодня многие места искусственно подняты для производственных целей. Следовательно, выдающейся естественной высоты, по которой мы могли бы определить расположение острога, раньше не было. Тем не менее, есть любопытная деталь. Край Абалаковского болота в этом месте узким руслом подходит к берегу Енисея, не доходя до реки каких-то 100 метров. То есть только прибрежная часть была не заболочена и проходима. Это наталкивает на мысль о возможности расположения острога непосредственно у заболоченного участка, который являлся естественной преградой перед русским укреплением. Однако в ходе проведенной археологической разведки отрезка от ДК-ЛДК-1 до центральной опоры радиального кабель-крана не было найдено ни одного предмета, относящихся к 17 веку, на основе которых мы могли с точностью утверждать о конкретном местоположении острога.
Но отсутствие находок не отрицает наше утверждение о расположении в данной местности острога, так как на месте интересующего нас участка культурный слой уничтожен в ходе производственной деятельности человека, следовательно, и нет никакой археологии. В таком случае мы можем руководствоваться только письменными источниками и показаниями рельефа местности, на основе которых с большей долей вероятности можем утверждать лишь то, что острог располагался на данном отрезке, но в качестве гипотезы выдвигаем версию о возможном местоположении укрепления на этом месте. Здесь и берег удобный для пристани, и высокий участок, расположенный как раз напротив старой части деревни Рудиковка. Ну и, конечно же, непосредственно прилегавшее к берегу болото, не дававшее возможности обойти острог. Более удачного места для острога поблизости не найти. Единственный сухой участок вдоль берега был надежно укреплен. Таким образом, помимо самой Маклаковской деревни, были укреплены ее пашни, пастбища и сенокосы. Острог прикрывал дорогу, а засеки – проходимые места среди болот в округе, по которым можно было бы, обойдя острог, напасть на деревню, угнать скот с пастбищ и сжечь урожай на полях. Тем временем киргизские войска эпизодически осаждали Красноярский острог, разоряя близлежащие к острогу деревни. Враг осаждал Бельские и Тосеевские остроги и захватил Канский острог. Енисейские деревни, а в их числе значилась и Маклакова, жили под постоянной угрозой нападения. Лишь после нескольких больших походов томских и красноярских отрядов служивых людей в начале 1680-х годов против киргизов изменили обстановку в пользу русских. И в 1685 году был заключен мир. Но уже в 1690-х годах бушевала новая война с киргизами. Снова разорялась Канская и Красноярская земли, осаждались Бельские и Тосеевские остроги. Тем не менее, деревни между Енисейском и Устунгусской уже жили спокойно. Об этом говорит следующий факт. На карте Ремезова от 1700 года Верхнеподгородного, Рудиковского, Устунгусского и Маклаковского острогов уже нет. Сохраняются лишь Казачинский, Кемский, Бельские остроги. Наглядно рисующие северную фронтовую линию последней войны с киргизами, закончившейся только в 1701 году после большого похода Томской и Красноярской рати в земли киргизов. А в 1703 году киргизы покинули Абаканские степи, отдав эту плодородную землю русским. Так, 70-летняя борьба русских с киргизами за территорию Кемеровской области и юга Красноярского края закончилась. На месте же Маклаковского острога, судя по карте Ремезова, в то время уже располагалась деревушка или заимка. Вероятно, с прекращением военной угрозы острог разобрали, а близлежащие дворы крестьян или служивых людей образовали деревню. Однако старожилы утверждают, что до момента постройки поселка Новомаклакова и ЛДК-1 здесь, кроме леса и производственных построек, где изготавливали деготь, ничего не было. Вероятнее всего, острог в отдельную деревню не превратился, а стал продолжением Маклаковской деревни. И, конечно же, продолжением не жилым, а производственным.